Здравствуйте, сегодня снимаю видеообзор распаковка посылки от сайта Мылоопт. В посылке мои были вот такие вот порционные корзинки для мыла из Бука. Вот такие неудобненькие. Я их заказала себе 5 штук. Они как раз хорошо подойдут под 2 мылка. К примеру, покажу, вот я еще заказала пластиковую форму ромашка, вот как эта ромашка отлично помещается. И еще какое-то одно мылко будет. Картинки, пластиковая форма ромашки. Английская соль. 100 грамм. Флаконы Глория. С крышкой флип-топ. Сейчас покажу эту крышку. Вот, они белые, 50 мл. Таких флаконов я заказала 2. Дальше в моей посылке была соль Мертвого моря, жасмин, 50 граммов. Соль Мертвого моря с лавандой, тоже 50 граммов. Вот такая вот. Дальше в посылке были вот такие вот баночки, я себе заказала. Она пластиковая, 150 мл, с черной крышкой. Хорошо закрывается. Вот так вот. Масло календулы. 50 мл. Масло абрикосовой косточки. 50 мл. Масло миндальной косточки. 50 мл. Дальше краситель. Ультралимонный жидкий 10 мл. Отдушка арбуз 10 мл. И отдушка дыня сладкая объемом 10 мл. Дальше я заказывала мыльную основу. Вот белая. С маслом Шин. Белую я заказала, белорусскую основу. И заказала прозрачную основу. Прозрачная — это у меня английская основа. Еще я заказывала глиттер черный. 10 граммов. Отлично мерцает. Мне нравится. И еще перламутр заказала себе. Золотой. 10 граммов. Будем делать мылко с этим перламутром. Большое спасибо сайту Мылоопт за посылку. До свидания.